Пришел наш логотипчик новенький. Изи катка. Pumpkin Patch мы обычно ходим каждый год перед Хэллоуином. Будем собирать тыквы, смотреть тракторы. Ой, никогда не был в гравине. На тебе. Вот это будем передать? Там такая сердитая, и всех соседей испугаешь. Ну, без приключений не обошлось. Дрончик наш застрял на дереве. Ты видишь его? Пап, ты видишь его? Вон наш логотипчик новенький. $750. Обдираловка какая-то. Ну что, выглядит симпатично. И все, потом это сюда, сюда, вот это вот, вот это вот. Одна сюда шапочка, другая сюда, между ними стекло, и крутится, и все, что там делать. Дюбль сюда, это вот так закрутили, стеночку, да? Потом эту фигню, вот так вот ту-ту-ту и прикрутили. Ой, не очень хорошо. $100 хотели за то, чтобы они пришли повесили. Парадный костюм дорогой. Новый. Новый. Одел сегодня, ремонтировать офис. Мало точек? Сейчас будет. Школа ремонта, недорого, 604. Какой номер? Я могу заявки принимать. Комиссию будешь брать, нет? 10%. Миш не захотел все слава давать мне. Что сам скажет, сам повесил, все дела. Страна должна знать наших героев. Потом так в зеркало посмотрелся и подумал, ну какой же я молодец. Да, молодец. А ты тянешься ручку готовить? Изи катка. Да. Мамка с папкой отправила же? Угу, я отправил. Бесплатные шутки законят, даже за деньги. Хорошая шутечка, братан. Хорошая шутечка. Любая вещь на хорошая шутечка. Ха-ха, живот лопается. Ва-ха-ха! Проект сдали. Раздвоители снимаем. Сколько здесь? 10 метров? Больше. По-моему, 10 метров. По-моему, 10 метров ждем. Раз, прибежь на стенке для моников. Это в подарок. Это для организации наших кабелей. А что это за вот сами таскает? Ты думаешь, я тебе дам комиссию? 15. Сижу под потолочком. Там. Сижу вот там. А я вот тут вот. День, что ты там халявишь, ходишь опять? Иди работай. С очком он ходит. Я тут сижу, значит, метры провода наматываю. Денис. Деня. Игнорирует меня. О, все. Сегодня мы на Pumpkin Patch. Будем собирать тыквы, смотреть тракторы и фотографироваться. О! О! Вот это здесь классно. Трактористы? Просто детская драка за то, чтобы посидеть в кабине. Лёшка, как там в кабине? Да видели мы, чтобы это ходили на Fire Station. Да, но я никогда не был в кабине. В кабине никогда не был? Нет. Козочку кормить будем? На тебе. Зелёненькая надо работать. На корабле?
Как тут интересно, да, внутри? Корабль такой внутри, видишь? Настоящий? Да. Рюка, ты такая грязная? Только что кормили козочку я. И она у меня все время жует. Жует что-то? Листочки? Сено. Сено? На Pumpkin Patch мы обычно ходим каждый год перед Хэллоуином. Что мы здесь делаем? Ну, животные, понятно, и тыкву. Ой, для того, чтобы вырезать какого-нибудь чудика, монстрика. Из тыквы вот сюда приходим каждый год. Скакунишки скачут на Pumpkin Patch за тыквами. Он еще один. Давай, мы почти дошли до Pumpkin Patch. Не бейте нас и не обижайте. Тыквочки сказали, да? Немножко грязюки. Леша говорит, нашел нам огроменский пампкин. Пойдемте посмотрим. Ого! Ничего себе! Он хороший, да. Это большой сойдет. В этом году из-за ковида наша любимая ферма. Распроданы билетики, мы не успели попасть. Потому что неделя заболел. Так что мы сегодня такую третий сорт ферма, третий сорт, не ахти, конечно, но тыквы есть. Ну что, какую берем? Вот эту. Ой, самую большую? Знаете, это берем самую здоровую? Да? Да. Ну все. И маленькую надо еще взять. С бородавками. Это лихо, какую я тебе посмотрю взять. Хорошо. Лешка, у тебя одна тыква осталась? Ты лед нашел? Ледик, ты смотри. Ледик. На, Лешка, хочешь лед? Как стеклышко, только лед. Пойдемте, я уже машину спущу. Котики. 31 числа можно их брать. Ну, без приключений не обошлось. Дрончик наш застрял на дереве. Где-то пищит. Сейчас я полезу. Ты видишь его? Да, ты видишь его! Не зря на скалолазы не ходил. Спустился, живой, все нормально. Ты догадываешься, что я больше твой дрон в руки брать вообще не буду? Догадываешься? Я даже твой телефон больше в руки брать не буду. Дрончик, самое главное, на месте. Все, let's go, guys. Светка рассказывает, как она восхищается моими дереволазальными способностями. Свет, расскажи, как я? Молодец, молодец. На дорогу смотри, он велосипедист исправил. С одного дерева на второе, потом на третье, и на самый верх, а потом вниз, как белочка. Все было именно так. Дети, вам понравилось, как папа лазил по дереву? Болели там за папу, чтобы папа не свалился? Да. 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 Помнят еще ручки. Тыкву купили, теперь время ее вырезать. Вот это будем вырезать? Там такая сердито, и всех соседей испугает. Всех соседей испугает, отлично. Так, верхушечку мы уже вырезали. Немножко костей нужно подоставать еще. Да. Вот и я тоже. Давай, доставай. Мама! Опачки! Молодцы, давайте, тимворк. Тимворк, работаем. Сейчас я возьму какую-то тарелочку, а просто косточки вот так. Окей. А это для тыквы. Вот так берем. Так, опа. Потом мы их пожарим, будем кушать. Пожарим? Пожарим. Вообще, смотрите. Видите? Я наварил косточек. Оп. Светить. Матюх, покажи, сколько там уже собралось. Ого. Ого. Там мы все
собирали? Давайте, еще немножко осталось. Собираем дальше. Мама Света, ты не хочешь нам помочь? Не? Нам надо помощь. Нам? Да не очень нам нужна помощь, мы сами справимся. Нос. Наверное, да? Нос. Виноградик, а ну давай я тоже буду. То все, майки, майки. Папа тоже хочет. Давайте свет выключим. А, динозаврика мы же хотели. Он не загорится? Не загорится. Да! Мама, смотри! Мама, смотри, какая у нас тыква. Вау, какие... Свечка! Со свечкой вижу, какие у нее злые глазки. Как ее видно соседям? Мы же соседей пугать собираемся. Но тыковка не маленькая, чтобы ты понимал. Забери! Я понял, что не маленькая. Без ты! Забери! Да, с одинокой хорошо. И тебя вижу с телефона. И кто-то около окна. Дети. Кто-то. Вот. Кто у меня тут еще может быть? Жена да дети. Леха, Леха, да. Стоит. Или так же стоит Леха. Там их оба. Один Леха, один Леха. Сколько ты думаешь этим семечкам нуждается? Светка учится. Студентка. Я тоже студент. Тоже студент? Может быть, я еще гитарно, конечно, описала хрень. Хорошо получится? Мне кажется, хорошо. Да, у меня чернее же. Ну, да. Тебе еще как-то?